Неожиданное поздравление с юбилеем в 90 лет состоялось сегодня в одной из квартир Суворовского района. Команда Дмитрия Голубова отправилась на улицу Сортировочную, чтобы поздравить с этой уникальной датой Екатерину Дмитриевну. А Дмитрия Голубова поздравляем вас с днем рождения. Примите, пожалуйста, цветы. Большое спасибо. За чашкой ароматного чая и кусочком вкуснейшего торта Екатерина Дмитриевна рассказала о своей жизни. Женщина пережила голод и войну. Меня и били румяне, и булдыжник за камень такой. Я разбивала, засыпала, будет приезжать Антонеско чи кто-то, чтобы его не трясло. У воду загоняли меня, копала кронштейну эту. Укопливай. А тоді что, и тоже тут так, то напала малярия, то такой. Я жизни хорошей не видела. Я всю жизнь работаю, чистить. Я не грамота такая, чтобы. Ну, девочки, грамотному тоже я не вступлю. Екатерина Дмитриевна очень любит чистоту и в своей квартирке все держит в удивительном порядке. Она уже слабо слышит, но сохранила неплохое зрение и с удовольствием коротает вечера за книгами и чашечкой чая. Внимание со стороны народного депутата Украины Дмитрия Голубова растрогало эту сильную женщину до слез. Большой ему, огромный привет. Дай ему здоровья и благополучия, и его семье, и его деткам, чтобы он меня не забыл. Дмитрий Голубов старается уделить внимание всем жителям Суворовского района, особенно людям преклонного возраста. И мы сегодня с огромной радостью приехали и поздравили Екатерину Дмитриевну с юбилеем 90 лет. И вы знаете, следующей задачей команды Дмитрия Голубова будет разработка именных поздравительных открыток, которые будут рассылаться всем жителям Суворовского района. К поздравлениям присоединяются Мишель Арманд, Алексей Мараховский и вся команда телеканала «Думская ТВ».